кто-нибудь схватить его! Он меня ограбил! Эй, друг, помоги! Я тут ни при чем. Кто-нибудь, схватите его! Ха, тебе плевать. Всем плевать на всех, кроме себя. О, ты прямо как побитая собачка. Веселее, друг. Мы хотим затусить на клевый концерт. Пойдем с нами. Не забудь, счастье — это вопрос... Ты гляди, вмятина! Машина совсем новая! Ты затормозил на желтый! Кто тормозит на желтый? Те, кто правила уважает, вот кто! Ну, эй! Где-то близко. Надо взглянуть. Дядя Бен! Дядя Бен! Питер! Скорую, скорую! Питер! Помогите! Дядя Бен! Дядя Бен, держись! Дядя Бен! Прошу! Нет! Держись! Дядя Бен был моей опорой в мире, где все было зыбким и ненадежным. В мире, где мои родители исчезли. В мире, где укус паука-гибрида сделал меня... другим. И вот дяди Бена не стало. В память о нем, ради тети Мэй, за то, что я не остановил убийцу, хотя мог, мне пришлось стать человеком... Человеком-пауком. Да, я творил добро, упрятал за решетку немало негодяев, но убийцу дяди Бена я не нашел. Еще одна дыра в жизни, и без того похожая на решето. Тот, кто убил дядю Бена, все еще где-то здесь. И я его найду. Я не оставлю поиски убийцы дяди Бена. Никогда. Я написал рассказ. Он путешествует назад во время. Всем нарядом. Район парка Томпкинс-сквер. Ограбление. Подозреваемый убегает. Мужчина, белый, волосы светлые, темные очки. По описанию, похоже на того, кто стрелял в дядю Бена. Надо проверить. Пушки-то тяжелые! Подсобишь? Я это все устроил. А значит, я тут начальник, а ты прислуга. Так что заткнись и работай как следует. Главарь похож на человека, который убил дядю Бена. Но я не уверен. Мне нужны его фотографии.
Взглянем-ка на его отвратительное лицо. Все, как я хотел. Это не тот, кто мне нужен. Что за... Интуиция не подвела. Паук? К черту его! Убивайте! Тебе все легче сказать. Что, опять? Называют дракой. Не в этот раз, дружище. Иногда я сам себе поражаюсь. Ты за все заплатишь, Человек-паук! Хотя бы сделай вид, что стараюсь. Кажется, у меня есть будущее в этой профессии. Сними меня! Сними! Тихо! Руки покажи! Тебе повезло. Ты не тот, кто мне нужен. Если только ты не свел наколку. Нет, ты что? Нет, я уколов боюсь! И высоты! Может, снимешь меня отсюда? Все с тобой будет окей. Ой. Пока паутина держит. Тебя окопы за это время найдут. Нет! Что наверное. Тебе нужно? Я помогу тебе найти того, кого ты ищешь. Только сними меня отсюда! Вижу, во всех тюрьмах читают одни и те же модные журналы. Очень уж много бандитов, похожих на тебя. Мне нужен вот этот. Я его видел. Он продает стволы моему боссу Герману Шульцу. Будешь врать, рассержусь. Клянусь! Мистер Шульц как раз заключает сделку. Не знаю, с ним или нет, но там столько оружия, что можно войну начать. Войну? Какую войну? С русскими. У них стволы, что? У нас стволы. Страшное время. Нужно быть наготове. Послушай меня, друг. Скажи, где искать Шульца, и... Я переселю тебя в местечко получше. На пожарный гидрант. А? Что скажешь? Я Лады? Если я собираюсь найти этого Шульца, надо добраться до стройплощадки. Давайте-ка я заберу пушки. Не думаю, что вам, ребята, можно доверять оружие. Это все теперь наше! Парни, я его... Эй, не хочешь быть моим заклятым?
тут! Я не могу работать в таких условиях. У тебя изо рта... Уходи, пока ноги есть! Всем будет лучше, если эти патроны никому не достанутся. Если сосредоточиться, я смогу понять, где остальные ящики. Думаю, я ясно выразился. Минус два. Теперь хэт-трик. Там, вон там! Ты решил? Ужасное обслуживание. Я хочу поговорить с вашим менеджером. С мистером Шульцем? Не волнуйтесь, он вас найдет. Не повторяйте этот трюк. Простите, вам моя паутинка помешала? Вот почему меня никогда не зовут на разборки. Я им весь кайф ломаю. Ты, видимо, Шульц. Твой друг сказал, что ты некрасив, но... Фу, он был весьма тактичен. Думаешь, взять меня, урод? Ха, ну попробуй, я тебя сейчас устрою! А, да ладно! У тех не вышло. Это твой билет на тот свет! О, мне так страшно! Ты за это заплатишь, друг! Умоляю, не убивай меня, как других! Давай договоримся! Других? У меня деньги, стволы! Чё тебе нужно, а? Я слышал, ты работаешь вот с ним! А? Да! Чё ты хочешь узнать? А? Это тату! Что она значит? Знак банды. Ни у одной банды нет такого знака. Такую не всем колят. Значит, что он спец. Что он может достать для тебя что угодно, если заплатишь. И что он убьет любого, кто ему помешает, а? Да. Это я и так знаю. Нам с русскими не договориться, а? Смеешься? После всего, что они с нашими сделали, теперь мои ребята хотят их присануть. Для бизнеса это плохо. Но что тут можно сделать? Закончить. И ты мне скажешь, как? Вряд ли получится. Я думаю, тут такой ад начнется, если ты в это сунешься, а? Кто на этой картинке, а? Кэродайн, не знаю, это кличка или нет. Он продает стволы без всех этих дурацких проверок. Где видитесь? Каждый раз в новом месте. Ты говоришь людям, что готов, он звонит. Всегда с одноразового телефона. Чисто конкретно параноик. Это совесть мучает. Ну, давай. Договорились, а? Да. Тебе нужен чувак с фотки, а? Ищи оружейника в Alphabet City. Зовут Кэродайн. Погоди, у меня в телефоне есть его последний номер. Стой, нет!
Идиот! Так хотел найти ответы, что дал ему провести себя как ребенка! Как говорил капитан Стейси, большая рыба хорошо идет на малька. Конец дороги. Какая все-таки странная у меня жизнь. Если я найду сотовую вышку и подключусь, то услышу все разговоры. Это мой лучший шанс добраться до этого Кэрэдайна. Похоже, я не смогу подключиться к вышке, пока не вырублю все защитные системы. Ух ты! Надо переходить на этого провайдера. Алфабет Сити. Говорите. Зачем тебе пушки? Ведь ты у нас вроде поджигатель. Ага, только сейчас время такое, все при стволах. У нас спичка не черкни, чтобы какой-нибудь урод не начал в тебя палить. Ладно, понял тебя. Иди в проулок за клубом Джесси Джонни. И учти, только налом. Это мог быть Кэрэдайн. Кучку пора поклубиться. Это не Кэрэдайн. Все равно, я не позволю, чтобы он снабжал улицы оружием. Паук! А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Сказал, что в жизни есть и другие возможности, но насчет тебя не уверен. Чего не выйдет. Выкинь улики. Я его угощу. Как ты? Для Молотова! Твой ход, паучок! Погонишься за нами, они сгорят! С моим
невезением, меня еще и за курение оштрафуют. Меня очки запотели. О, спасибо тебе, паук. Не за что, Стэн. А как вы... А может, позвонить в Daily Bugle? И все рассказать Джеймисону? Ха, не стану вам мешать. Счастливо. Надо заглянуть в магазинчик. Проверить, как там Стэн. Прямо в маску за химчистку будешь ты платить. Шокером. Причем на полном серьезе. Поберегись! Эй, не хочешь быть моим заклятым врагом? Я это здание с землей сравняю, если потребуется! Мысль неплохая, учитывая, какие гадости они здесь производят. Увы, дом рассчитан на землетрясение в 9,5 баллов, так что расслабься. Шейк на завтрак, шейк на обед. И хороший шлепок прямо на темечко в ужин.
знакомы со Скорб, но меня вы не знаете. Я Гарри Осборн. Умирая, мой отец оставил мне не только свое дело, но и все, чем мы владеем в Нью-Йорке. В последнее время я Скорб и город часто становятся жертвой преступлений. Я объявляю о сотрудничестве с человеком, который, как и я, недавно вернулся в свой родной город и хочет ему помочь. Уилсон Фиск. Нью-Йорк сделал меня тем, кем я стал. Я хочу отблагодарить его. Возрождать город после недавней трагедии – честь для меня. Но это только начало. Позвольте представить спецгруппу обеспечения правопорядка. Полиция работает отлично, хотя ее ресурсы ограничены. Но если угроза превосходит обычные масштабы, нужна помощь, и мы готовы помочь. Гражданам не придется брать на себя и этот груз. Мы с мистером Фиском финансируем эту элитную группу сами. Одиночки вроде Человека-паука только вредят общему делу. Это наш город, и мы вернем его себе, все вместе. Я по-прежнему хочу забрать его со Скорб, юноша. Я по-прежнему отвечу «нет». Ничего. Я дождусь, пока вы умрете от той же болезни, что и ваш отец. Хм.